Всем привет! Вы на канале Крипто Даша, и сегодня в обзоре разберем новый проект Binance Smart Chain Army. Это первая DAO, децентрализованная автономная организация для индустрии социальных сетей на Binance Smart Chain и ориентированная на сообщество инициатив, направленное на содействие внедрению Binance Smart Chain и блокчейна в целом. Эта программа предназначена для тех, кто увлечен токенами BSC, Binance и BNB, собственный токен Binance Smart Chain. Пропагандируя Binance Smart Chain, а также помогая потенциальным инвесторам и проектам использовать BSC, члены BSC Army могут получать пассивный доход в токенах BARMY. Токен BARMY – это токен управления Binance Smart Chain Army DAO, который предоставляет держателям и участникам специальные предложения и преимущества. Чтобы предотвратить потенциальный обвал цен на токены, а также защитить преимущества участников программы и держателей BARMY, Binance Smart Chain Army использует три основные функции. Это статические вознаграждения RFI, автоматические пулы ликвидности и MEM Bounty. Статические вознаграждения RFI – здесь относительно новый механизм на децентрализованном рынке. Это побуждает людей держать BARMY, потому что держатели получат больше BARMY в зависимости от количества токенов транзакции. В основном, чем больше BARMY удерживается, тем больше BARMY получаете обратно. Второе – это автоматические пулы ликвидности, предлагают держателям BARMY две долгосрочные выгоды. И третье, MEM Bounty – это особая награда для членов армии в Binance Smart Chain, которые создают контент для программы. 1% налога на транзакцию распределяется между участниками. В MEM Bounty могут участвовать только учетные записи из белого списка. Помимо трех вышеупомянутых функций, участники также могут владеть токенами BARMY, чтобы присоединиться к частной группе Binance Smart Chain Army или сделать ставку BARMY, чтобы заработать airdrop от проекта. Почему же стоит инвестировать в BARMY? Товар имеет реальное применение. Здесь понятная модель дохода, небольшая рыночная капитализация, автоматические LP, статические награды RFI. Также зарабатывать можно жетоны, создавая мемы. И скоро будут выпущены методические и подробные коммуникационные планы. Также они празднуют успешное IDO BARMY своей раздачей Giveaway. Общий призовой фонд $200 США. Правила максимально простые. Необходимо присоединиться к следующим каналам BARMY. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Также комментировать скриншоты своего прогресса и адрес QR-кода BUSD и хэштег Binance Smart Chain X и токен BARMY. На этом у меня все. Всю информацию ищите в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!